Иосифа будет маленькая птица, я это знаю. Будущее метрополитена имени Владимира Ильича Ленина в ваших руках. Забивай! Вставай, проклятие, проклятие! Если так нам заплатят или нет? Ваша экономика экономику важнее идеологии. Мы платим патронами и платим первыми. Но военно-полевого трибунала это трусливая сволочь к смерти. Постойте, послушайте только. Послушайте, прошу. Видите, там товарищи, не слышали, что тут вчера произошло? Я тут был. Мне чуть башку не оторвало. Кошмар до конца жизни приснится.
диктатура лишила вас всех человеческих прав. И сейчас они используют вас только для того, чтобы защищать свой подоснованный перебыль. Ваша борьба бесцельна и бесполезна. Вы умираете зря. Только... Продолжение следует...
Когда я пришел в себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Точно! Ладно, краснопузый, моли своему Марксу и Энгельсу! Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Эх,
Вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к мельнику. Ему все сам расскажешь. Так, двинули к броневику. Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. А что же с нашим заданием? Поверь, мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь. А с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черном. Капитан, поосторожнее. Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Ну, братцы, удачи вам. Проехать мимо блокпостов незаметно. Веди себя естественно. И может быть они не поймут, что произошла замена экипажа. Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой блокпост, герр-офицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам!
позади! Да это же там! После нашего боя с фашистскими дрезинами, нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка!